Тенгиз Шевройл планирует вывести 17 тысяч рабочих с месторождения на Тенгизе, сообщила представитель компании Розабек Артагалиев. Сокращение численности коснется персонала и подрядных организаций, не задействованных в прямой производственной деятельности. Поэтому добычи нефти это не коснется. Около 700 человек уже вывезли. Когда они вернутся, спикер ответить затруднился. Напомню, 8 апреля у одной из работниц субподрядной организации выявили коронавирус. Позже болезнь обнаружили еще у 9 человек. Всего установлено 9 близких и 53 потенциальных контактных. По объему снижения нефти нет, я скажу. Воздействия на производственную деятельность не будет. Все наши, опять-таки хочу повторить, предпринимаемые меры направлены на охрану здоровья и безопасность персонала.